Салам алейкум ва рахматуллах, братья. То, что вчера было, да, вот инцидент в Абу-Даби, когда ислам только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит. Ни нас, как команду, ни Абу-Бакра, ни Хамзата, ни ислама, ни одного человека. И на самом деле уже наелись от этого. И в интернет весь кишит, сколько людей пишут, звонят. Даже вот ислама пояс, исторические события даже закинули на второй план. Мы уже собрались с братьями, пообщались, изменились друг с другом, обнялись. И иншаллах, надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только в хороших поводах. Это было, это сегодня ислам выиграл, да, пояс, иншаллах. Следующий очень близок Хамзат, да, Аллах, чтобы мы все собрались вот так же, когда Хамзат выиграет пояс, не для маслиата, не для вот этих разговоров, чтобы мы собрались обмыть нашего чемпиона, еще один, который станет, иншаллах. Пусть Аллах всем поможет, надеюсь, что вот этот наш, вот этот момент, который получился, что он больше никогда, иншаллах, не повторится. Салам алейкум. Не хочу, чтобы для хорошей вещи не говорили, иншаллах, не братья. И будем до конца, иншаллах. Ахмад Сибар.